Ну что, еще разок поговорим о том, как рисовать листья. Все-таки это важная тема. Самое важное здесь – это вращение запястья. Вообще, огонь – это запястная тема. То есть нам нужно освободить всяческие запястья при помощи различных упражнений. Если дерево было толкающим элементом, то огонь – это выплеск. Выплеск огня, выплеск внутренней энергии, внутреннего напряжения. Но тренироваться, делать этот мазочек нужно медленными движениями. Сейчас я вам покажу, как это делается. Сначала медленно, потом быстро. Медленно. Раз. И быстро. Раз. Два. Это быстро. А если медленно, то нужно потихонечку сначала коснуться кончиком кисти, потом присесть на всю кисть, потом уйти снова в кончик кисточки. Вот, именно так делаются мазки огня. Для начала вам нужно обязательно потренироваться делать их во все стороны. Дальше попробовать их располагать в соответствии с определенным ритмом. Например, вот таким. Или вот таким. Как видите, в каждом случае кончик указывает на новое положение часовой стрелки. Как будто бы часовая стрелка, а это периферия циферблата. И вот прекрасный способ понять, как именно надо изображать листья бамбука в живописи Усин. Собирайте ритм. Сейчас я попробую изобразить листья бамбука прямо на стебле бамбука. Вот у нас есть стебель бамбука. Я сейчас украшу его листьями. Сначала я беру более-менее серенький цвет. То есть по тону достаточно светлый. И потихонечку буду находить все более темный и темный цвет. Обязательно надо провести аналогию между листьями и веточками. Обязательно нужно довести листья взаимодействия с веточками и стеблем. Обязательно пересечь где-то стебель с листиками. Вот именно так будет выглядеть рисунок бамбука с листьями.